Приветствую тебя, дорогой мой зритель. Обзор игры Duna Spice Wars. Так вот, подошел мини-обзорчик. Что я думаю в целом об игре? Какие плюсы, какие минусы? Скажу честно, наиграл всего лишь 1.5 часа, ну и вот к чему я в целом пришел. Начну с того. Эта стратегическая игра основана на популярной фантастической вселенной Duna Фрэнка Герберта. В игре вы вступаете в роль лидера одного из фракций, сражающихся за контроль над песчаными планетами, богатыми спайсами. Ваша задача – развивать свою базу, управлять ресурсами, создавать армию и применять стратегические решения для достижения господства во вселенной Дюны. Одним из главных аспектов игры является управление ресурсами. Спайс – основной ресурс в игре, который необходим для развития, исследования и создания мощной армии. Вы должны мудро использовать свои ресурсы, чтобы создать сильные войска и защитить свои территории. Графика в игре Duna Spice Wars прекрасно передает атмосферу вселенной Дюна. Визуальный дизайн планет, персонажей и юнитов выполнен внимательно и детально. Вас окутывает песчаная пустыня и атмосферные мистики, что создает уникальную игровую обстановку. Кроме того, игра предлагает разнообразные тактические возможности. Вы можете выбирать между различными стратегиями, например, агрессивной экспансией, дипломатией или скрытой атакой. Это позволяет игрокам выбирать свой собственный путь к победе и экспериментировать с различными стратегиями. Однако у игры Duna Spice Wars есть некоторые недостатки. В данный момент игра находится, так скажем, до сих пор, я так считаю, на стадии разработки, потому что, хоть она уже и вышла, да, давненько вроде как, она еще в бета, и, то есть, могут возникать технические проблемы и баги, что я неоднократно, опять же, встречал. Также у игры может быть крутая кривая система обучения, особенно для новых игроков, которые не знакомы с механикой игры или вселенной Дюна. Вот. В целом, Duna Spice Wars предлагает захватывающий стратегический опыт во вселенной Duna. Если вы фанат франшизы Duna, конечно же, а мы, наверное, все играли в нее, да, или просто любите стратегические игры, то эта игра может заинтересовать вас. Однако, учитывая, что игра все еще находится в бетошке, рекомендуется следить за обновлениями и обращать внимание на отзывы других игроков перед покупкой и присоединением к игре. Будьте внимательны. Ну, вроде как обновления идут, ребята работают, вроде как какое-никакое старание, вроде все четко и все классно. А на этом у меня все. Не забывайте, конечно же, ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо, всем пока.